Ярко, весело и с улыбками. Самарский союз женщин проводит фестиваль «Матрешка. Самарская краса». При поддержке администрации города эта некоммерческая организация проводит социально ориентированные мероприятия. В июле фестиваль прошел для детей, а в преддверии Дня города – для взрослых. Завершается он гала-концертом, на котором награждают участников. Это руководители и сотрудники детских садов, центров дополнительного образования, сотрудники и педагоги школ со всего города. Наша организация «Союз женщин городского округа Самара» безусловно проводит огромный спектр различных мероприятий, направленных на формирование как патриотических чувств, так и культурных традиций. Именно сегодня мы говорим о многообразии, о подходах сохранения семейных традиций нашего города и нашей необъятной страны. Одна из главных целей – это обмен опытом. Это внутригородское содружество наших педагогических работников. Когда мы с ней общаемся между собой, мы обмениваемся опытом, повышаем свой уровень. Нам очень интересно посмотреть на наших педагогов и руководителей с другой стороны, с их творческих способностей. На гала-концерте выступают участницы с лучшими номерами, которых высоко оценило жюри. Светлана Шиповалова – учитель вокала. В этом году женщина впервые приняла участие в городском фестивале «Матрешка. Самарская краса». На гала-концерте она выступила с двумя песнями, одна из которых собственного сочинения. Просто люблю петь. И все, что связано с песнями, все мое. Это такой фестиваль, который связан с нашей родиной, с Россией. Матрешка – это символ России. Поэтому это вдвойне приятнее выступать на таком фестивале. Также на фестивале прошла передача гуманитарной помощи участникам СВО, которую собрали родители детского сада номер 283. У нас очень ответственные родители, очень патриотичные родители, которые воспитывают в духе патриотизма своих детей, лекарства, какие-то препараты, те же самые лекарственные, продукты первой необходимости, продукты питания, все, что приносят родители, все мы это передаем. Гости фестиваля приняли участие в активностях и выступили с творческими номерами. Мероприятие прошло при поддержке администрации города в рамках взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций. Полина Чулюкова, Николай Сидоров. События.